я всегда был и остаюсь критиком работы департамента ЖКХ. И я настаиваю на том, чтобы все-таки в ближайшее время мэр уволил директора департамента, применили какие-то санкции к его заместителю Крепину. И сегодня то, о чем говорил наш один из директоров ОСМД, действительно, такая практика есть, о том, что ты можешь деньги получать либо свои, либо с навязанными предприятиями, которые будут выполнять там работу. Это очень печально, и мы сегодня видим то, что вы показали. И таких домов можно показать десятками, и все эти заявления департамента ЖКХ перед отопительным сезоном, что город готов к отопительному сезону, да, готов. Задвижка откручена, все. Все. И больше практически ничего. Сегодня вот уважаемый, там, я не знаю, исполняет обязанности или является заместителем. Скажите нам, пожалуйста, здесь в студии, сколько у вас сегодня заказано проектов перехода на альтернативный вид топлива? У вас есть сегодня хоть один проект? Нет. То есть таких моментов много. Того нет, этого нет, этого нет. Сегодня департамент ЖКХ себя настолько дискредитировал, чтобы была моя воля, был бы я на месте городского головы, я бы вообще ликвидировал. Вот просто ликвидировал бы. И на его месте создал бы новое управление. Создал бы с независимыми экспертами, которые сегодня есть у нас. У нас есть и торгово-промышленная палата, и есть сегодня сертифицированные иностранными компаниями, серьезными там предприятия, есть там физические лица. И все бы начал бы с нуля. Сегодня там происходят такие вещи, которые как бы вот, ну, не надо далеко ходить. В прошлом году мы асфальтировали наши магистральные улицы. Сегодня вот показывают, сегодня только вот в Фейсбуке опубликовали, там уже дырки, провалы. В асфальтном покрытии, который выполнялся еще в ноябре месяце, уже провалы. О чем мы говорим? Я вам честно хочу сказать, там половина работников департамента должны сидеть в тюрьме. Владислав, а вы хоть одно представление в прокуратуру написали на тех работников, которые должны сидеть? Я вам больше того хочу сказать. Я сегодня поражен тем, что сегодня масса подозрений подписана и исполнителями работ, и сегодня, я не знаю, мне некорректно спрашивать, может там сами, как говорится, признаются, о том, что сегодня масса уголовных дел возбуждено, а реакции вы видите, все работают. Единственный, кто у нас сегодня там под следствием, это, ну, как бы так прискорбно говорить, что действительно нормальный руководитель, который, знаешь, что старался, как там получилась ситуация, сегодня под домашним арестом в областном управлении. Но я хочу сказать, что сегодня под арестом должен быть сегодня руководитель нашего департамента, городского.